В поселке Томилино провели необычную экскурсию на самокатах и велосипедах. Десятки людей встретились у памятника Пушкину, чтобы узнать интересные факты из истории родного края. Строительство 130 лет назад купцом Клавдием Томилиным первых дач в поселке, изготовление местной перчаточной фабрикой в годы Великой Отечественной рукавиц для снайперов, подвиг героя Советского Союза Анатолия Лапса и начало творческого пути нашего земляка, актера Олега Видова. Экскурсию в таком формате в округе провели впервые. Посвящена она, конечно, нашему краеведению, нашему Пушкину, который... Пушкин – это все для нас. Вторая станция – остановка на улице Тургенева, где находился плененный Паулус. Эта тема интересует людей. И третья точка, очень интересная и тоже знаковая – это, конечно, парк сказок. Это, в принципе, очень хорошее культурное времяпрепровождение, вот, сочетание в себе, да, ну, как бы... Когда ты едешь и дышишь свежим воздухом, смотришь какие-то впечатления, что-то новое узнаешь. Ну, это такой вот как бы стандартный набор, но на самом деле очень хорош, особенно когда выходные, немножко, так сказать, это что-то новое узнать. Да. А этот путь